Какой ты красивый. Вообще классные. Сейчас тебе вместо червячка заложат. Ну, там червячка убрали, надо пломбу туда положить, чтобы дырочки не было. Ну, червячка достали, осталась дырочка. Ее сейчас просто такой замазкой замажут. Называется пломба. Но это не больно. Это как будто еды туда положат. Что? Лампочка, светит, чтобы было видно твой ротик хорошо, чтобы мы в ротике. Thank you.
делает у нас тут два. Мультифруктовый. Точку. Нет, точечку, точечку, не ошиблась, точечку. Не дозвонилась насчет субстанции, да? Вода еще железо много содержит, темнеет еще от воды. У нас у всех зубы темнее, чем могли бы быть. Те, кто находится за границей, они там не живут. Даже из Москвы приезжают у меня пациенты, и даже из Москвы приезжают с более светлыми зубами, чем у меня. Ну, те, которые здесь были, потом уехали в Москву, и зубы посветлели. Закрой. Закрой и отдохни. Весь кабинет уровня. 25. Да? Хорошо. Хорошо. Берете много уже или нет? Ну, если 10 копеек, это 1000, да? Не так понимаю. 10 копеек, да, это 1000. Это 1250, 260. Раз, два, три. Это у вас, не говорите. Вчера Илье говорю, вот, например, 30 тысяч я тебе даю на карманные расходы, там, вот, когда он едет на польский. Закрывай, сжимай, сжимай. Сжимай? Нет, вот так, ну, ты с ними закрываешь. Сожми вот эти зубки боковые, жевательные.
как будто хочешь пожевать что-то. И так поскрипи зубами. О, умничка, молодец. Открывай. Глядим. Написала нам мамочка, наша волшебная, что сломбочка великовата. Ротик плохо закрывается. Надо закрывать. Вот, и говорю, представляешь, а мне вчера дали тоже копейки. Говорю, вот я тебе дам 3 вот эти маленькие копеечки по рублику. Это как будто 30 тысяч по-старому. А тут всего 3 малюсенькие монетки. Да, в кармане не найдешь. Вот это кольцо где? Закрывай. Потереть. Открывай. Ах, ты мой золотой мальчик. Молодец. Все, мы справились. Поднимай ножку. Поднимайся. Победа. Ну что, Петь, как было? Не упала. Здорово. Слушай, ну пошли платить. Надо рассчитаться еще, наверное.